Hello, Mexico City, Reuters, Мексика, город Мехико, агентство Рейтер. A sacrificial wolf, elaborately adorned with some of the finest Aztec gold ever found and buried more than five centuries ago, has come to light in the heart of downtown Mexico City, once home of the Aztec Empire's holiest shrines. Жертвенный волк, преднамеренно украшенный великолепными, сделанными из золота украшениями ацтеков, найден в захоронении, которому более чем 500 лет, и это захоронение найдено в сердце старого города Мексика, Мехико. Когда-то это было сердцем великой империи ацтеков. The quality and number of golden ornaments is highly unusual and includes 22 complete pieces, such as symbol-laden pendants, a nose ring, a chest plate, all made from thin sheets of the precious metal, led archaeologist Leonardo Lopez told Reuters. И так, большое количество золотых украшений, и это большое количество крайне необычное, 22 золотых украшения, в том числе подвески из золота с символами, кольцо для украшения носа и нагрудная плитка, все сделано из чистого драгоценного металла, говорит ведущий археолог Леонардо Лопес. Held in a stone box, the cache was discovered in April near the capital city's bustling main square, the Zocalo. Behind the colonial era Roman Catholic cathedral and off the steps of what was once the most important Aztec ceremonial temple, now known as the Templo Mayor. Украшения найдены в металлической... Украшения найдены в каменной коробке. Клад был обнаружен в апреле около столицы, и это было захоронение в очень оживленном месте, на главной площади Zocalo. Захоронение было найдено позади католического собора, под ступеньками, что когда-то было важным храмом, церемониальным храмом для ацтеков. А теперь этот храм известен как Templo Mayor. These are, without a doubt, the largest and most refined pieces of gold discovered so far, said Lopez. Это без каких-либо сомнений самый большой клад, найденный до сих пор, говорит Лопес. Referring to the 205 offerings discovered over nearly four decades of excavations around the site, 16 of which have contained some gold. До этого было найдено в этом районе примерно 205 предметов, и некоторые из них были сделаны из золота, примерно 16.
И раскопки на этом месте ведутся уже более 40 лет. Not long after the roughly 8 months old wolf was killed, it was likely dressed with golden ornaments as well as belt of shells from the Atlantic Oceans. Похоже на то, что примерно 8-месячный волк был принесен в жертву, убит, и после этого он был одет в золотые украшения и также в пояс, сделанный из ракушек, которые были принесены из Атлантического океана. Then, carefully placed in a stone box by Aztec priests above a layer of flint knives, according to Lopez. После этого на захоронение на волка были наложены слои из кремниевых ножей, как объясняет Лопес. The west-facing wolf represented Huitzilopochtli, the Aztec war god and solar deity. Волк, смотрящий на запад, олицетворяет Хулиапучли, это бог войны для ацтеков, и он олицетворяет солнце. Wolves were believed to help guide fallen warriors across a dangerous river in the Netherworld. И волки, как предполагается, помогали идти погибшим воинам, помогая преодолевать реки, опасные реки в Поднебесной. The Templar Mayor would have been as high as a 15-story building before it was razed along with the rest of the Aztec capital Tenochtitlan after the 1521 Spanish conquest of Mexico. Этот храм Templar Mayor примерно составлял в высоту 15-этажное здание, перед тем, как он был снесен со всеми другими подобными местами империи ацтеков, которая располагала в столице Теночтитлан, после того, как в 1521 году испанцы завоевали Мексику. Measuring about 12.5 cubic feet, the trove was also filled with other layers of once living offerings from the air, land and sea, all infused with spiritual meaning for the Aztecs. Итак, этот кирпичная коробка, в которой был найден клад, была высотой примерно 12,5 футов. И кроме жертвенного волка, эта коробка была наполнена слоями из представителей фауны, которая жила в воздухе, на земле и на море. И все эти животные имели духовное значение для ацтеков. What they are doing is they are communicating with those levels of environmental that they live in, because they know that they've been given the gift of life. И эти представители животных, они
располагаются в тех уровнях окружающего мира, в разных окружающих, разных уровнях окружающего мира. Воздух, земля, вода. И они живут в этом мире, потому что им был дан дар жизни, говорит Дэвид Каросо, a Harvard University historian of religious and Aztec scholar, объясняет Дэвид Караско, университет Гарварда, историк по религии ацтеков. Excavation began in the densely packed area after the demolishing of two buildings that once covered the site. Раскопки начались после того, как снесли два здания в густонаселенном районе Мехико. The box was damaged in 1900 when the sewage line was laid down next to it, Lopez said, and city workers must have had no inkling of what lay inside. If they even noticed it at the time. Впервые эта каменная коробка складом была повреждена в 1900 году, когда прокладывалась стоковая труба рабочими рядом с этой каменной коробкой. Но в то время рабочие не обратили внимания, что могло бы находиться в этой этой каменной коробке, если они вообще ее заметили. If they had seen the gold objects, they would have ransacked it right away, he said. Конечно, если бы они могли догадываться, что лежит в каменной коробке, они, конечно, бы этот клад опустошили. The Aztecs, who called themselves Mexica, prized gold, though nearly their entire supply was looted by Spanish and melted into mud for easier transport to Europe. Ацтеки, которые называли себя Мексика, они боготворили золото, хотя практически все их золотые запасы были конфискованы испанцами, и все изделия золота были переплавлены в слитки для более легкого транспортирования в Европу. Objects made of jade and feathers of quetzal were considered even more valuable. И предметы, сделанные из джейда, а также из перьев птицы квецел, считались даже более ценными, чем предметы, сделанные из золота. Quetzal bird, a native to Central America, and the male grows a long, brilliant green tail feather that was especially valuable to the Aztecs. Quetzal – это птица, которая является, выходцем из Центральной Америки, и у самца растет длинный бриллиантово-зеленый хвост, такое перо, которое особенно ценилось ацтеками. The golden wolf was buried during the 1486 to 1502 reign of King Alonsol, the most feared and powerful ruler of Mexico. Золотой волк был похоронен во время правления короля Азуэцол, это 1486-1502
И этот король был известен как наиболее мощный правитель в Мексике, и его очень боялись. And extended the empire as far south as present-day Гватемала. И он завоевал территорию, которая теперь бы распространялась до Гватемалы. The reign of the Azorotzil was particularly brutal, which may also explain the fate of the young bull. И правление этого короля было особенно жестоким. Может быть, это отчасти и это объясняет судьбу молодого волчонка. Lopez said tests of its ribs will be needed to confirm his theory that the animal's heart was torn out as part of the sacrifice. И надо, наверное, будет делать экспертизу ребер для того, чтобы подтвердилась теория, что сердце животного было удалено при жертвоприношении. Just as captured warriors were ritually killed on blood-soaked platforms of Aztec temples. И это тот же тип жертвоприношения, что и происходило с захваченными воинами, которые убивались в ритуальном жертвоприношении, в жертвоприношении на платформе перед храмами ацтеков, залитыми кровью. But this was no ordinary violence, noted Carrasco. Но это не была обычная преднамеренная жестокость. These people didn't just kill these things. They didn't just kill people and throw them away, he said. Воинов не убивали для того, чтобы просто их убить и сбросить с плиты жертвенной. They took elaborate symbolic care for them because they knew that the presence that they represented, the presence of God, had to be nurtured. После совершения жертвоприношения над воинами совершались очень продуманные символические обряды, потому что ацтеки знали, что воины, убитые, теперь представляют богов, и с ними надо обходиться по-божески. Well, that's all for today. Thank you for being with us. Goodbye. Спасибо, что были с нами. До свидания.